Crit no TP. He teleported mid. I bet he's going to be able to jump. What a stun from Nine. Sets up for the Static Storm as well. Oh, they're in shambles. Oh, no. What a cont... Эй, Рейдж успевает его нажать здесь Артиз и бежит дальше за Алхимиком. Алхимик пока что уходит и просто... Рейдж, ты пал! Первым ударом Ральфир утеряет Артизи. Господи, что произошло? Представь, что каждый день ты можешь бесплатно получать топовые вещи. Тебе нужно только несколько раз открыть трежерки и улучшить свой уровень. Уже на первом уровне ты получаешь доступ к сокровищницам, которые можешь открывать бесплатно каждый день. А на последнем уровне ты сможешь ежедневно получать целых 14 сокровищниц. Хочешь избавиться от стандартных вещей? Ведь я уверен, что твои навыки заслуживают большего. Выделяйся среди обычных игроков и достигни вершин киберспорта. В общем, это потрясающее предложение, так что не теряй времени и используй еще и промокод, который предоставит тебе еще больше разнообразных подарков от Тейстиков. Я прикупил огромный байк, я прикупил огромный байк. На меня все смотрят и... Они кричат, сдавься. О, да! О, да! Первый раз! Да, допиши, мы можем идти. О, да! О, да! Первый раз! Wait, what? Hell no, man. Is this the time that happened? Meu Deus. I'll try it though. Хотя, кто не знает, Егор Торонто Токио с самого начала учил в доту играть. Вот прям с самого-самого начала. До того, как он попал в Спирит, он был самым мусорным игроком в ММе, который был у всех в моте. И потом он создал второй аккаунт, чтобы хоть с кем-то в доту попадаться в ММе играть. Вот. А Егор с ним сидел и по несколько часов в день смотрел реплей и объяснял ему, что ему надо делать, что он делает неправильно и так далее. What the hell? What the? Like right here. I can walk in, bro. See? Oh my god. You guys got this, right? No, but... Oh my god. Oh my god. My fucking god. Прости, если трахнул. 1.15.5. Прощай, брат. Брат, я тебя прощаю на Пангалере. Fragile for how tanky he wants to go in. His armor is incredibly low. No way. Oh, that is not the place you want to blink. Oh no, it's one he's of those spots. Trapped between the stairs. Oh no. The relocate out is not going to come in time. It's a disaster. He's trapped. He's going to try and TP out with his BKB and but he's not going to get oh, away. No. Получается, покупаю, ну, если что, дюпа, короче, в центре, лок, опс, разблочиваю, меняю местами, кидаю в центре ему, чел блочит в центре, кидаю ему опс, разблочивает в центре, нажимает alt, ну, вот первый слот, они дюпуются, все, два варда, и так можно бесконечно, скидываю мысли. Что за хуйня? А, ты в фиссуре застрял, что ли? Бля, я бы тебя на шейкере, ну... Чтобы вы понимали, топ-1 команда в мире. Показываю просто вам, Кири. По рейтингу, по ММР балансе. Вот, 162. Писька просто на 175-м, вот Антону в спину дышит. Антох, ты осторожней. Скоро писька обгонит тебя. Пару побед ему. Или вот бизнесвумен, например, на 158.
тоже тут близко. Не, нам БКБ так интересно. Порчу. У тебя там как этот, блядь, чеснок от порчи висит. Написано от порчи. Что у меня висит? Хуй порчи. Да это же игрушки просто. Это. Игрушки. У него там керамический чеснок и написано от порчи висит. Ладно, я отказываюсь это все комментировать. Ладно, все, все. Можно я тебя со стороны смотрю? Да, конечно, Диана. То есть, пришел человек ко мне домой. Илюха, покажи язык, Илюха, он возбуждает все точки моего тела, Илюха. Трахни меня. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, no win affair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling Rick, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring.